областная акция «Генеральная уборка» подошла к концу. В клубах за месяц коммунальщики перевели чистоту на 74 команд городского округа. Были окна, высокие пролеты, почтовые ящики, вывели сложные ямы. И более 6500 литров моющих средств, а также мойки высокого давления. В рамках акции «Зеленые дома» также подготовили к осенне-зимнему периоду. Генеральная уборка была инициирована Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Московской области. Такая масштабная акция прошла впервые. Городской округ Химки стал пилотным проектом в этой программе. Но мы надеемся, что в следующем году остальные муниципалитеты присоединятся к нам. Вот в этом году уже присоединился городской округ Ивантеевка к данной акции. Мы надеемся, что все больше и больше муниципалитетов будет включаться в эту программу. Финальным адресом, где коммунальщики отмели подъезды, стала многоэтажка номер 11 по улице Октябрьской в районе Сходи. Здесь же коммунальные службы подвели итоги акции. Также могут оставить пожелания непосредственно в акцию советских квартирных домов Московской области по телефону 8-495-572-34.